Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Беларусь, чтобы воочию лицезреть о ситуации в Беларуси, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник. И люди действительно откликнулись, очень высокая явка была. Люди приходили семьями. Особенно меня, честно говоря, умиляет, когда с маленькими детишками приходят. Ну, понимаете, это праздник. Ну, кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели, еще ярче они засветились этой ночью. Мы отфиксировали, вам это известно, как бывшему разведчику, отфиксировали все звонки из-за границы, из Польши, из Великобритании и из Чехии. Последние были звонки, управляя нашими, извините меня, этими овцами. Они не понимают, что они делают. И ими начинают уже управлять. Но, тем не менее, ночью ходили, бродили, пытались ребята из милиции атаковать. И в отдельных моментах атаковали. Но ребята достойно выстояли и ответили. Есть у нас люди потерпевшие и со стороны милиции, и со стороны гражданского населения.